Right to Life presents. Только после того, как смыл с них грязь, увидел, кого он спас. Люди еще могут поражать своей жестокостью и добротой. Эта история еще раз напоминает нам об этом. Однажды парень по имени Шурачит из Таиланда по пути на работу услышал какие-то странные звуки из колодца. Он остановился и прислушался, а когда понял, что это голоса животных, наклонился, чтоб разглядеть их повнимательнее. В колодце было темно и было непонятно, кто там спрятался и издает такие звуки. Шурачит, недолго думая, спустился к малышам и спас их от неминуемой смерти. Из-за грязи не было понятно, что это за создание. Было ясно, что это детеныши, но какого именно животного, трудно было догадаться, пока не смыть грязь. За день до этого в городе шел сильный дождь и, видимо, колодец наполнился грязью. А эти маленькие создания были там и не смогли выбраться оттуда. Даже из-за их звуков не было понятно, чьи они детеныши, возможно, мангуста. Шурачит отвез их домой и помыл. Под толстым слоем грязи он нашел щенков, им было от силы месяц от роду. Они были такими красивыми и пушистыми. Вероятно, мама оставила их там еще до ливней и ушла за едой, а, вернувшись, не смогла в грязной луже найти своих детенышей. Так, по крайней мере, думал их спаситель. Сейчас он является полноценным хозяином щенят. Вся семья поддерживает его в этом решении и помогает заботиться о щенках. Спаситель не собирается отдавать их кому-либо, так как видит в этом знак свыше. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.